Вот знаете, чем хороши испанцы? Испанцы сделали так, чтобы получение квалифицированной медицинской помощи было выгоднее для населения, нежели заниматься самолечением, потреблять горстями антибиотики, различными там такую хрень, как гомеопатия, еще какие-нибудь заряженные специальным образом шарики сладкие. Вот все это не выгодно в Испании. Выгоднее в Испании сначала сходить к доктору, а потом уже покупать по рецепту, согласно тому, что доктор прописал, покупать лекарственные средства. Потому что в Испании есть такая вещь, как государственное покрытие стоимости медицинских препаратов. Это означает то, что когда вам доктор выписывает какое-то лекарство, вы с этим рецептом идете в любую аптеку, абсолютно в любую по всей Испании. И по этому рецепту у вас, допустим, лекарство стоит, если вы просто придете в аптеку, оно будет стоить, к примеру, 30 евро, а по этому рецепту вы заплатите 1, 2, там, 3 евро в зависимости от того, какое покрытие дает испанское правительство, испанская медицина. Если вы пенсионер, либо у вас ребенок, и этому ребенку выписали лекарства, то эти лекарства, как правило, идут вообще со 100% покрытием.